Ливень. Сегодня я попала в ливень из долженствований. Несмотря на голубое небо и жаркое солнце, все внешние долженствования вдруг, как из ведра, обрушились на мою голову. Но не прошло и пары минут, как все они оказались на земле. Ни одно из них не задержалось на мне. Свободной я отправилась в свой путь.